4 получается. 4. 12 человек сразу пропускаются, видишь? Очень удобно. А сейчас на третий тур 12 человек набирается, да? Вроде. Не, я вообще сам не играл, то есть. Да ну, я хотел поиграть, пока не заниматься этим бумажками, я вообще не... Я сегодня хотел, думаю, выспусь, приду, несколько подумаю, если вам будет, немножко побросаем, так чисто для разминки, знаешь, тренировка. Сегодня игра. Там игра, есть все. Ты мне скажи, игра платная, бесплатная? Какая это игра? Это судьям будет оплата. Ну это чисто кубки, медали. Кубки, медали, награды. Ну как обычно, какая тут? Я не до призовые, да, какие-то есть. Да вон, кубки, говорю, да медали. Ну как обычно. А судьям оплата. Судьям оплачивается. Скажи, дорогой спорт, какая платная игра? Да-да. Ты эту неделю ходил с утра? Я вчера две партии прогнал. Ну так, около 28. Да, около 20. Снимает у тебя. Это видео? Видео. Такая хорошая вещь. Можно приблизиться. А приближение на сколько у тебя? Ну, на сколько? Сейчас. Вон Николай Иванович, видишь? Да, 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 прям, да, да, да. Обалденно, правда, обалденно. Можно вот так. Знаешь, что иногда бывает крокодила или льва, снимают прям пасть, ну, да, и думают, как это оператор так близко подошел, что его крокодил не может съесть. Он, оператор стоит за 3 километра, блин, приблизил и снимает. Ты понимаешь, да, о чем речь? А ты можешь снять, потом туда на это? Ну, не перевести, да. Нет, надо, знаешь, что сделать? Снимать его. А когда на фигуру, сразу резко приблизить, чтобы увидеть, выбил, не выбил фигуру. Вот интересно будет. Она резко приближается, если ей резко пойти? Да, конечно, приближается. Значит, на него... Это надо... На него, а потом переводишь туда с резким приближением. И получается, сразу увидел, как он красиво выбил. Ну, сразу же получается. Ну, это надо точку найти. Приблизительно по Соболиш... этой...